Всем приветики, с вами Дейдара 2, а не один, и мы играем в Gravity Rush 2 демо, который, говорят, намного лучше, чем демо Нир. Сейчас проверим. Нажмите любую кнопку. Раскинулся торговый город Зирга Паралау. Я была уверена, что в городе меня ждут захватывающие приключения. Первая часть мне, в принципе, понравилась. Пожалуйста, выберите режим демонстрации для новичков, для опытных, ну, так как я уже опытный игрок, в режиме для опытных игроков отсутствует обучение управления. Продолжите. Да. Привет, Кэт. Сразу видно, графон подняли в первой части. На первой части была на PlayStation... Че там, навести камеру. Ага, я тут наверху. Наверху. Довольно громко. Все так обучают нас в камере, непонятно зачем. Вот где? Теперь здесь камеру чтобы улучшили. Тех самых пор, как нас утащило из Хэк-Цивиля гравитационная буря. Мы все время работали в шахтах на благо селения банды. Конечно, странное решение с комиксами сейчас. В первой части это смотрелось довольно живо, но во второй как-то странно, как такая графика как-то. Интересно, что нас ждет в Зирга Паралау? Я бы советовал им больше роликов сделать. Здесь может быть небезопасно идти. Так и не придумали, как вернуться в Хэк-Сивиль. С другой стороны, читать тоже полезно, кстати. Я что-то вижу. Вон там. Давайте посмотрим. Уже, если честно, плохо помню. Это Зирга Паралау, какой огромный. Слушай, Зирга Паралау. Смотрите. Давайте, во-первых, что мне хочется сделать, это... Угу, фиг тебе. Ни звук, ничего. Настройка камеры. О, даже улучшение талисмана, задание. Карта, конечно, все закрыто, все закрыто. Сохранить зато можно. Вот, учитесь, Нир. Что вам нужно было сделать? А, это тоже нельзя. Ну, ладно, нет, не учитесь. Вообще не помню, как летать, честно. Что сброс камеры? Что сброс камеры? Почему? Я же играю. Я должен... Вроде все легко было. Я нажимаю, смотрю на все клавиши и что-то... Нифига. Ну, ладно. Да, видать, не надо было прыгать. Лодки на подходе, готовимся к чертовке. Я просто думал прыгнуть, как полетать. Ладно, заводим не спеша, аккуратно. Тут похоже уже на аниме такое, кстати, причем красочное, красивое. Мне оно нравится больше, чем Нир. Потому что Нир такой мрачный, что-то... Вот, здорово будет прыгаться. Так, Пики, что ты сделал? Рикер пришел мне, открыл дверь. И стоит в ней так. Так, вот, короче, не знаю, куда идти. Так. Да, указатели, конечно, удобные. Напоминают указатели довольно таких старых RPG-шках. Можно купить любые сувениры. Они у нас лучшее мясо в городе, вам понравится. Правда, отлично выглядит. Прикольно, кстати, сделано. Графика заметно стало лучше, наконец-то они избавились от PlayStation Vita, я вообще не вижу в ней смысла, честно, но раньше, может, и был бы смысл, если бы сделали за такие более легкие игры на нее, но сейчас вы только испортите вот такие хорошие игры, как Gravity Rush, что там случилось на Неве. О, сэр, добрый Неве, я помню, что атака квадрат. Ладно, мы не будем вам показывать обучение, пожалуйста, атака квадрат. Я сраженным. А как же там... Да, вот. Да? Какая-то сумма, что-то странно, его нет. Помню, ногой нужно было зашатывать. Еще склоняться вообще не помню, как это. Уже подлагу. Так. А, да, еще на нолик. Главное, не будет обучения. Заметьте, было написано, не будет обучения. Ай, господи, я поражен. Давайте, получайте.
прикольно вообще. Есть выбор сложности или нет? Если нет выбора сложности, это хорошо. Если есть выбор сложности, то в принципе тоже хорошо. На харде самое топ играть. Блин, я не помню, как упасть. Нолик, Эладин. Эладин? Эладин. Так. Так. Да, R1, и, по-моему, R1 это вот так, да? Да-да-да, быстрое перемещение. Что? А, ну, квадрат начать. Нет, куда не могли деться, я просто сбился. 6, 7, 8, 9. Стоп, их стало больше, это же невозможно. По-моему, они на японском говорят, да? А? Эй, чего ты тут делаешь? Не видишь, что я занят? Это ведь та самая руда, или на своем языке они говорят, ну не важно. Самая руда, ради которой я из кожи вон влезла. Я ее добыла, я имею право знать, что с ней будет. Еще этого не хватало, может, если еще разок пересчитать. Бога? Борусон, почему так долго? Просто решил еще раз проверить партию, честно слово, мне хватит буквально минут. Надеюсь, хотя все-таки японский, да. Если ты понимаешь, что это не последний торговец, сколько мне. Разумеется. Не понимаю, куда они могли деться и что теперь делать? А чем вот это? Ну... Ладно, только пообещай, что никому не скажешь. Хорошо? Хорошо. Дополнительный эпизод, запрещенный груз. Это даже не основной сюжетный. Груз не хватает, но ведь сегодня день поставки. Это я сам не знаю, черт, если... Только пронюхать, что я здесь храню. Знаете, мне кажется, что такая игруха, она хороша, но, как бы сказать, не за 4 косаря, а за косаря, так, не знаю, чтобы никого не обидеть, 2500, она хорошая, интересная, но цена у нее больно дорогая, честно, очень завышенная, ценник простой. Что это у тебя там такое? Ничего такого. Пожалуйста, помоги мне вернуть эти ящики. Слышу, здесь орудует какая-то банда, спорим, это их рук дело. Банда, что это за банда? С бандитами, такими как он, так не ой. Пришло вас смыться хочет. Так ведь я более-менее помню управление. Правда, не... Вот, меня все время... Супер ускорение. Раньше как-то она быстрее летела, лет не прокачивал скилл пока. Ну прям раньше. Что уже подзабыл реально управление. Знак льва, это же груз лога. Я пришла забрать то, что ты у нас украл. Ты за лога типа впрягаешься. Типа того, если понадобится. Секунду, через запах. Он возвратительный. А? А это еще что? Опять Дин Леви. А, уклонение R2. Отлично. Спасибо, что напомнили. Хоть вы не хотели мне показывать. Типа для опытных игроков они не хотели показывать. Типа управление, типа мог вспоминать, что там в первой части было. Я как бы играл в нее, наверное, меньше года назад, но все равно. Я в основном помню, но некоторые штуки, вот это я помню. Прекрасный R1 и квадрат. Это самый четкий такой удар такой. Ну, первый часть. Стоп. Вот это фак, я чуть не провалился в текстурку. Правда, говорили, кстати, люди. Ну, я читал, говорили, что можно тут в текстурку провалиться. Человек сказал, я перестал играть и провалился в текстурку. Меня это настолько бесило. Меня это не бесит. Я пройду. А еще можно уклоняться в воздухе. Ну, вот про уклонение в воздухе-то я забыл. По-моему, этот знак означает, что все взрослось. Я не ошибаюсь. Провести луну. Провести вверх. Порт удар. Поражайте стиль луны.
так что-то новое, кстати. Видите, у нас за Х1 подходит к противнику, увидев область наведения, нажмите квадрат. Вот удары могут справиться даже с самыми близкими врагами. На себя один удар вы сможете повторить его до 3 раз. Ну, нажимая квадрат, естественно. Ну? Прикольно, немного непривычно. Сразу все. Точнее, то ли подзабыл исполнение. Уже немного куда-то выход него. Прикольно, что панелька задействована. Это огромный плюс. То панелька такая хорошая вещь, и что-то многие ее просто забыли использовать. Как-то что-то с этим грузом не то. Хадуки! Конечно, не Хадуки, но сами. Придется вернуться к богу и узнать, не вычитать в этих ящиках. Что это здесь не так. Хорошо. Ждал этот указатель, потому что тут неплохая довольно зона. Карты, наверное, пока нельзя, да, посмотреть. А нет, можно. Вот она. Маленькая карта демоверсии, довольно раскидана так все. Непривычно, это явно непривычно. Жизни возьмем. Пригодятся на их. Нет. Ах. Опа. По-моему, раньше на X, да? Было ускорение на 0, сейчас потом. Нет, ну он какой-то на X, наверное, сейчас такое. А, да, я сам виноват, я на ноли взял эти штуки всякие. Нет. О, крушить. Ломать. На самом деле нет, я довольно как бы добрым стилем играю. О, опять враги, я так и знал. Давай! Ой! Что ты скрываешь? Да у тебя там упаковано, это из-за груза все игрушка. О, ну это. Как хочешь. Если ты посмотришь. Лучше не надо. Надо, надо, бога. Руки! Я молодец. Пусть я так откат это было управление, честно. А, ну нафиг, короче. Мы играем как экшены. Это и удобнее, и легче. Все время забываю, что L1 приземляться, а не R1. Мне тут еще раз R1 нажать. Это моя ошибочка. Суперударчик должен быть. По-моему, я его и сделал. Почему? Так, R1 и X и L1. Вот. Опа, минус один. Это масса. Ой. Довольно много, кстати. Вот я видели, я просто закинул в небытие. Кстати, атаки, по-моему, супер было вверх, что-то вниз. Там бы подобно, когда шкала заполнялась. Ой, ой. Мне... Блин, рисуют, куда-то защищаются. Как коробочки за это. Ну все, это война, ребят. Я не хотел, конечно. Хотел читерки с вами драться, но вы что-то снимаете мне довольно много. А стиль меняется на... Во-во-во, панельку. Полеты, кстати, это круто, но к ним, конечно, надо привыкать. Просто дико привыкать, я бы сказал. Что? Во-во-во. Поднимитесь над грузом. А, тут уже не надо их мочить, что ли? То есть и вниз, переход в стиль Юпитера. Это новый импульс, да? Стиль Юпитера
захотите воздух, поле 1, зарядите импульс удар, удерживая квадрат, и затем отпустите еще двух квадратов в большем радиусе. А, да.